здорово. Итак, 10-й Даниил Казахметов, 14-й Даниил Добровольский пытается заговариваться. Стартовый свисток, главный арбитр матча Максим Сутомин, Антон Гейкин и Фил Семен. Ну и как-то вы знаете, мнение. Не то чтобы нет. Видим, Артем Сивак выдвигает удар, что сезона, да, и на это перенести. Посмотрим, что будет. Подача на дальнюю штангу летит неплохая, но Александр Рыбаков спокойно на выход. Первый момент у Севгу и 1-0 на 6-й минуте. Вот так вот. Топольцы тут же хороший момент. Макаров, но пробить не получилось. И блокирует удар кто-то из защитников. По-моему, Павел Билисов так отчаянно бросился под удар. Еще одна попытка. Ух, идет он, то что он говорит. Упомянутого неоднократно не оказалось, который мог бы на втором этаже сыграть, но здорово он сейчас в подыгрыше. И ледом со штангой. Иначе. Ну и удар здесь уже нужен. Но, мне кажется, Реза Османов немного перетянул с момента. Вперед налево не проходит. Здесь опять к нему пытается что-то... Неплохой удар такой. Ой, Тигинал Фельдар! Не попадает он здесь по воротам, точнее попадает в голкипера, но добивают крымчане от ворот. Но можно, можно создавать удар. Ой-ой, даже не удар, скорее, с рикошетом. Так Севастопольцы же не так играют. Алферин момент неплохой, но мяч. Перевод, Алферин нет, Захар. Кострев сейчас играет, но момент 2-0. Никита пробивает сам, но нет. Еще момент. Ой, появляется на поле. Вот так вот. Момент упню. Хороший удар. Рыбаков на месте. Филица у севастопольцев. И там на поле, по-моему, замена зашла. Появляется новый футболист у команды в НСФЛ. Вот так вот мощно добавляет. Аккуратно перекатывать. Ой-ой-ой-ой-ой. Рыбаков здесь. Не привести момент. Вот Лузняк, видимо, обыгрывается. И да, и Чистяков покрутил туда-сюда. Ой-ой-ой, какой голец. Опять же, я думаю, что в этом сезоне... Пробивается здесь раз защитники, еще момент. И тут уже с линии. Здесь Подлужняк пропустил-то здорово. Кому добить удар? 4-0. Вообще-то их Подлужняк на замахе. Раз, два, прыжок. Подлужняк нет. Еще одна. Наверняка не доходит. Но три. Смотри, 20. Тополь. Хорошо, это мой перевод. Такое как надо. Удар. Но не получилось. И все. Звучит финальный свисток Максима Сутомина. 4-0.